Блять, вы как будто живете в отдельном мире, нахуй. Вы не можете понять, это нормально. Да вот именно это нормально, блять. Ну, мне заебали эти душные, блять, долбоебы, которые сидят, блять. Я не знала, что вообще, что? Какой? Сахар? Да я сахар не пила, не ела никогда, блядь. Я соль? Да я соль никогда не ела, блядь. Я сырое мясо ем, нахуй, всю жизнь. Вот это, блядь, какой-то чересчур, блядь, знаете, заносчивая какая-то хуйня, блядь. Ханжество какое-то ебаное. Нахуя вам это надо? Зачем вы себя строите тех вообще, кем вы не являетесь, блядь? Охуенно, понятно, пиздатость говорить про то, что вот, да я не знаю, блядь, вот, да я не пробовала, я никогда вот это... Ну, короче, это всю хуйню, когда тебе там 29 лет, блядь, и типа, ты начала стримить в 25, ну, все равно с тобой один грешочек, блядь. Ну, это наверное, знаете, у пацанов какая-то хуйня, что они творят какую-то хуйню и потом об этом жалеют, а у девочек то, что... Их фоточки появляются на некоторых сайтах, а-ля Шашарова, блядь. Ну, это девчачья темка, наверное, скорее всего. Ну, просто, блядь, кто-то мне будет пиздеть про что-то, блядь, я не понимаю. У всех была, блядь, хуйня какая-то за спиной, блядь. Еще что-то, блядь. Почему я, блядь, гандон, нахуй? Потому что ты рассказал об этом. А? Потому что рассказал, блядь, ебать. Я не знаю, вот, блядь, давно в нашем мире стало то, что искренность человека, блядь, воспринимают за долбоебство, блядь, воспринимают за какую-то хуевую черту. Я понимаю, что я сделал хуйню. Я понимаю, что я сделал хуйню. На мне признался, блядь, и дальше на меня пиздеть, когда я уже, блядь, стримлю, блядь, отдельно. Стараюсь стримить день через день, блядь, и по итогу... Что за красотка среди этой массовки? Я тебя сейчас забаню, нахуй. Его кикнул, он заебал меня. Короче, блядь, очень странная хуйня, мне бесит эти, блядь, люди, и, блядь, пиздец. По итогу реально, просто поймите, что, блядь, если никогда не было стримера, понятно, есть стримеры, которые вообще нихуя не юзали, я не буду их перечитать, я кого-то забуду, блядь, потом кто-то скажет на стриме, а я, блядь. Понятно, я не хочу эту хуйню, мне заебало. Я просто говорю, ну, среди их, блядь, хоть одного было стримеров тема, что он такой... А вот представьте, ебать, я кетамин хуярил, блядь. По молодости, как въебал, блядь, нахуй, лошадины, блядь, этот, блядь, анестетик, блядь. Как объебался им, чуть не сдох, нахуй, ебать, угар был. Ну, такого ж не было, блядь. Понятно, я эту хуйню тоже не взял, но, блядь, ну, я сказал, что, блядь, ну, да, блядь, эти шары ебаные были, нахуй. И глоток сделал этой хуйни, блядь. Ну, еще, блядь, говно тебе ебаные. Короче, блядь, просто заебали эти душнилы, реально заебали. Я рад, с какой-то стороны я реально рад. Понятно, что я, типа, с какими-то людьми не общаюсь, мне от этого грустно, блядь. Кто-то меня в Турции вообще не ждет, нахуй. Ну, от этого мне тоже грустно, блядь. Я понимаю, почему, но с какой-то стороны не понимаю, я озлоблен, ну, похуй. Короче, а вот есть какая-то отдельная часть, там, типа, 10%, типа... Твича мне, типа, как люди, мне с ними интересно, мне с ними нравится общаться, 15 максимум, блядь. Остальных просто я ебал ваших мамок говноеды. На остальных мне реально похуй, блядь. Вот реально, что ты там сидишь, пердишь, блядь? Что ты там срёшь, блядь? Я тебя и твою маму, и твою бабушку могу выебать спокойно, блядь. Дай мне 30 минут, блядь, и бутылку пива, блядь. Иди нахуй просто. Просто меня это реально заебало, блядь. Какие-то хуйню себя строят, блядь. Идите успокойтесь, блядь. Да люди, бля, не то что токсичные, бля, реально, типа, это пиздец. Большинство людей эту хуйню не замечают, ну, я иногда эту хуйню себя замечаю, знаете, когда кому-то что-то могу про что-то говорить, там, вот я такой понимаю, блядь, ну, такая хуйня со мной реально очень часто встречается, когда я кому-то какие-то даю советы, типа, по стримам они помогают людям, а я такой, блядь, у меня же такая же хуйня, я чё, вообще долбоёб? Поэтому, блядь, ну, типа, это пиздец смешно, нахуй. Типа эти моралисты хуево, пиздец. Просто люди как будто живут, я не знаю, в каком, блядь, Советском Союзе, нахуй. Или где вообще они живут, блядь. Да в Советском Союзе, блядь, короче, блядь, все идите нахуй. В Советском Союзе, нахуй, люди тоже ебались. Не было секса в Советском Союзе. Не, ебались, ебались. Ну ты ж как-то появился. Ну да, в целом. Я по-твоему в Советском Союзе, да, появился? Ну мама ебалась тебя в Советском Союзе, думаю. Ну я думаю, тоже факт было такое, наверное. Короче, просто ебало, бля, поэтому подрубился я такой стрим, бля, просто нахуй, чтобы, блядь,
Короче, блядь, хоть эта хуйня дальше продолжится, и сегодня, блядь, или когда Аляша запустит всем свой очень интересный стримчик, нахуй, я, Аляша, блядь, я запущу, скажу, свой очень интересный стримчик, блядь, я сейчас буду смотреть все серии, блядь, Наруто, блядь, на основном канале, блядь. Короче, ладно, похуй. Типа, она запустит ответочку стреляю, и опять будет применять свои ебаные манипуляции, блядь, гипертрофировать ситуацию, говорить, блядь, сравнивать две несравнимые хуйни, блядь, ну, типа, блядь, и хуйню, которую на нее саму же, блядь, работает, и к ней можно будет применить. Это понятно, все манипуляция, дешевая хуйня, которая сразу же читается. Блядь, ну так тупо, пиздец. Что за красотка среди этой массовки ЕУ? Ага. Я сейчас еще сегодня. Я сегодня поеду покупать билеты в Турцию, бля. Поэтому да. Сегодня сейчас еще Таня ко мне едет, блядь. Ну так быстренько, блядь. По-быстренькому с ней, блядь. На поебку? На поебку приедет, блядь. Потом поедем, прокатаю ее, погуляю с ней, блядь. Право покажу и городочек, блядь. Бля. Армир Сижо бы лучше ББ, согласен. Это факт. У Челаника даем героин 52. Блядь, героин 52. Блядь, какая странная хуйня. Герчик. Его зовут Герчик. Гера. Гешка. Если тебя Гера зовут, тебя Зевс ебал или не было такой хуйни? Зевс ебал? Детей твоих жрал или не было такой хуйни? Короче, я даже не знаю. Насколько туда летишь, не знаю. Ну, типа, я не знаю. Я вряд ли вообще там, блядь, с кем-то встречусь. Я прям уверен, блядь, что с кем-то встречусь, блядь. Я там один буду гулять. Но я просто поеду туда кайфану, блядь. Потусуюсь там, блядь, с Вовой, с Таней. Если получится поговорить с Ромой, поговорю с Ромой, ну так все, блядь, в принципе. Поэтому вот такие дела. Ну, кому-то писать я вообще нахуй не буду. Типа, дохуя писал за последние полгода, блядь, кому-то, блядь, еще что-то звонил, писал, блядь, узнал. Нахуя мне еще, блядь, узнавать, типа, нахуй на. С кем в Турцию полетишь? Я, Воба, Синди. Да. А Таня без Давида? Че? Таня без Давида, Таня блядь, без Давида. Я без Давида не полетел бы, нахуй. У меня с ней курортный роман будет. У меня если будет курортный думаю, роман. Да, я думаю, это Таня, ой, Давид. А Вадя, ну Вадя, если напишет, я с ней встречусь, ну типа так, нахуя. А, да и Вадя ждет. Чё-то сомневаюсь. Сейчас. Сейчас я возьму, у меня кофе. Красотка. Чё? Алло? Блять. Да, ребят. На самом деле он подпишется... Кофеёчек! Кофеёку! Чтобы натирать шарики, чтобы не электролизовать... Блять, электролиз... Да ебать! Ну вы поняли, нахуй, голову их тереть, короче, и к потолку ходить. Он специально для этого подстригся, и у него просто теперь с шариками они ему снятся. Вот эти вот. Я не забросил тоф, нет. Вообще у Серёги вот блин, он... Блин, это такая кавайная стримерша. И назвать её Шарик. Блин, это такая кавайная стримерша, пиздец. Даже не знаю, что могу сказать. ЖЖ это пиздец. Жо, это пиздец. Косплейчик есть? Косплейчик на день. Косплейчик есть на день, косплейчик. Якорь своей, я крутая стримерша. Пиздец. Ебать, нет, бля, почему я не девочкой родился? Бля, ебать у меня личико сучья, бля. Я б нахуй только так прыгала, блядь. Да не, если бы у тебя такое лицо у девочки было. Ты чё, хуя, бля, вообще секс-личко. Такая анимешница, понял? Типа анимешница, бля, если бы у меня было такое же лицо, я был девочкой, я все равно, мне кажется, стримершей стал, у меня лицо стримершей, понял такое? Ну, стрелял, правда, типа, у меня никнейм, правда, был по пибо, блядь. Поварихе, блядь. У меня лицо, правда, по пибо был бы никнейм, блядь. Осуждаю, извиняюсь, блядь, по пибо, извини. Поэтому, да, ребята, нахуй. Я записался в нормальную студию, блядь, 25 числа. Ждите, что с моей прической что-то станет, потому что там, наверное, пиздец будет какой-то полный.
Будет покраска, ребят, почти скажу сразу. Будет покрасочка, блядь. Как собака какая-то, блядь. Будет покрасочка и стрижечка, блядь. А тебе нормально что-то сделают, блядь, или что? Я хочу что-то нормальное, блядь. Но будет покрасочка и стрижечка, блядь. Вот покрасочку не уверен, что что-то нормальное будет. Ну, блядь, надеюсь, что-то нормальное будет. Покраситься? Ты же в розовый хотел покраситься. Ебать, только по пьяни, блядь. Меня с такой прической, блядь, охуели. Ты в розовый хотел покраситься, покрасился в розовый. Да, в розовый. Да, розовый. Просто не хотел говорить. Будет розовый. Но не ярко-розовый, типа. Будет нормально розовый. Я, правда, не знаю, как у меня брови будут смотреться этой хуйней, поэтому я еще и брови буду красить. Ладно, сори. Я знаю, надо уже... Сейчас, постучи, Таня написала нас, сколько ехать. Жарко, зачем я свитер надел, блядь, в 35 жару, нахуя? Да это я просто вчера ты... в пижаме весь день сидел. Я в свитере, блядь, чел. Мне кажется, сейчас знаешь, что он пишет? Аляша открывает этот клип, вид, В свитере сидит. Типа. У него ломка, скорее всего, холодно ему. Ну, торчок, видно, на Герыче сидел. И видно сразу же, невооруженным взглядом, что ему холодно. Торчит на чем-то, уже завязывать пытается, но все равно сорвется. Очевидно, блядь. Ну, короче, да. По-наркомански сказать. Lean, lean, double cup. Типую лин. Бля, реально, интересно. Я столько могу треков реально найти со словами, блядь. Lean, sipping, sipping, lean, бля. I'm on the hood, бля. Вот, блин, ребята, вам трек, блядь.